Борозда в снегу свежая. Валун катился здесь. Вот оттуда сбросили валун, а там, похоже, какие-то следы. Накер, должно быть, бродил по грязи, прежде чем сюда пришел. Стопа Накера, выдолбленная изнутри, будто башмак, который кто-то потерял, становится... Лапа Накера и человеческая нога. Маленькая, как у ребенка, который явно бежал. Здесь следы обрываются. Хм, кто же развешивает рисунки в таком месте? Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. Ха, а вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Теперь я знаю, откуда взялись следы Накера у валуна. Только интересно, кто на самом деле их оставил? Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить.
Все это похоже на какой-то план. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Накер. Его разорвал кто-то огромный. А потом кто-то отрезал ему ноги. Покажи, что умеешь. Скотина! Это должно... Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вам... Одно бу... Второе... А третье... Кто-нибудь... А? Возьми... Лады! Да что ты? Ой, не вле... Вы... Чего? Лады! Да... Да? Вериена убивал на многим другим. Вы наверняка знаете Сильвана из Велена. У меня был вы... Сильваны страшные пройдохи, но как мило... Не смеши меня! Я простил... Хрязь! Ольдик знает... Видишь? Ты хочешь его... Я ничего вам не... Я убиваю чудовищ. Профессию. Ты! Люди ненавидят вас, потому что ничего не знают. Им неведомо, кто по-настоящему оп... Только ведьмаки стоят между вами и... Мы убиваем... Ты говори... Ничего подобного. Я ему... Я за... Пусть... What?